видите вот такой ширины. Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире передача «Театр плюс ТВ». У нас в гостях замечательный российский актер Сергей Безруков. Здравствуйте, Сергей! Доброго дня вам! Доброго дня вам всем! Сергей, скажите, пожалуйста, вот у вас у самого есть любимый актер? Братцы, ребятушки вы мои! Конечно, есть! Конечно, есть! Совершенно недавно я смотрел фильм с Марлоном Брандо. И подошел к телевизору и выключил его. И там, в отражении, понимаете? Сергей, вот вы знаете, у вас очень напряженный график гастролей, съемок. Как вы отдыхаете? Я обычный человек, я играю в компьютерные игры. Знаете, вот недавно играл Call of Duty, вот Дом Павлова, знаете. Я так сыграл. Я так сыграл. Немцы встали и вышли из компьютера, понимаете? Прекрасно, Сергей. Ну и последний вопрос. Вот вы знаете, вы очень похоже сыграли Сергея Есенина. И... Братцы, ребятушки вы мои, ребятушки, братцы. Я бы так не говорил, что я очень похоже сыграл Сергея Есенина. Скорее, это Сережа. Очень похоже жил на то, как я сыграл. Сердце опять горячо, и опять без ответа.